Всем привет! Очередное видео. В этот раз меня заинтересовала возможность съемки на камеру DP3 Sigma с очень маленьких расстояний. Я решал эту проблему с помощью, в предыдущем видео, насадки Sony 0,7 крата 0,758. Которая позволила мне снимать где-то в районе 10 сантиметров. Ну, собственно говоря, как диаметр самой линзы. Фотографии там есть во флике. Значит, и есть у меня еще линза вот такая вот. Это оригинальная Sigma макролинза. Она позволяет снимать, если без линзы камера снимает с 26 сантиметров, эта штука снимает где-то сантиметров, наверное, с 7. Вру, не с 7, конечно, с 10 тоже. Возникла мысль объединить все эти конструкции и посмотреть, насколько плохо все это будет. Я сделал фотографии с помощью вот такого вот объекта. Поснимал, ну, видно тут размеры. Шарфик, морковка. Ну, не сколько это в размере. Ну, морковка сантиметров, наверное, где-то 2. И зачастую надо снять что-то мелкое, бывает, что и детали, какие-то платы, кому для каких целей нужно. Получилась очень интересная штука. Оказалось, что ближе 10 сантиметров возможно снимать. Выглядит это вот таким образом. Аккуратно, конечно, со штатива надо все это делать, потому что иначе все это достаточно шатко будет. Вот вблизи, если можно посмотреть, это вот. Я потом фото приложу, как эта конструкция выглядит. Удивило меня то, что по центру поля очень резкие фотографии. И в ближних объектах маленьких размеров, например, вот размер спички, ну все знают, наверное, примерно. Толщина 2-3 мм где-то. И спичка рассматривается очень хорошо, с 3 сантиметров, ближе мне не получилось снимать, но с 3 сантиметров это уже совершенно другие результаты. То есть объекты, которые 3 сантиметра, ну тут уже можно очень много чего поснимать хорошо. Вот вкратце такая ситуация, возможно, с этой камерой, без смены объективов, просто дополнительными линзами. Фотографии я приложу. Спасибо.